Сейчас мы это размажем. Как в полиции. Сделаем тебе отпечатки. Целые руки. На память. Да, мы делали тебе в годик. Да, и в 6 месяцев, и в месяц. И еще там 9 месяцев. Давай посмотрим, как получится. Давай. Лукас. Получится, нет? Давай попробуем. Опа. Есть. Показывай. Вау. Попытка номер 2. Мама, это в книжку пойдет. Какая стена, Занька? Не, мы не будем стену рисовать. Почему? Как мы будем стену рисовать? Нам придется потом ремонт делать. Нет. Мы только на бумаге можем рисовать. Нет, и на стекле росе. Это в садике можешь, когда разрешат, на стекле рисовать. Хорошо? А дома мы будем только на бумажке рисовать. И на стекле, мама. Ты у меня умничка. Убирай аккуратно. Мама, можно на стекле рисовать? Какая красота. Давай рядом еще. Мама, когда можно на стекле с этими рисовать? Вот как. Красиво. На стекле с ними рисовать. Да, можно. А теперь мыть пойдем. А давай Лукаса сделаем. Давай Никласа напугаем, давай. Никлас под стол спрятался. Никлас, ты где? Я спрятался от монстра. А, от монстрова. Неплохо получается, да? Кто еще у нас здесь рисует? Ой. Вау! Лукас, молодец! Давай мама откроет желтую краску. Получилось! Получилось? Посмотри! Желтая. Молодец! Это кого-то лапы. Возьми свою бумажку, хорошо, вот так. И у Лукаса хорошо получается. Лукас у нас молодец. Собака? Это такие коричневые следы у нее, да? Угу. Погуляла собачка и пришла домой, да? Угу. Хорошо, что у нас пока нет собачки. Да, у тебя такое прям синее. Молодец. И мою руку. Твою руку тоже. Ничего. Угу. Потом помоем. Помоем. Или если Лукас, можно у вас и носка краски? Конечно, можно. Молодцы какие. Ой, и носка стену попала. Аккуратненько, зайка. То маме потом мыть придется, да? Молодцы. Синяя, зеленая, серая. Молодец, Лукас. У тебя неплохо получается. Что ты нарисовал? Ничего страшного, потом ручки помоем. Он ее перепарится. Что такое? Все хорошо, потом помоем с мылом. Давай посмотрим, что вы нарисовали. Что у тебя получилось? У тебя там желтый, немножко красного, да? Что Ильяс нарисовал? А что Лукас нарисовал? Красиво. Идет? О, сейчас пошло. Хорошо. Кто там? Это у нас кто нарисовал? Я. Да, Никлас, молодец. Хорошо получилось. Вот, Лукас и работа, да? Где Лукас и работа? Лукас нарисовал, да. Вау. Красиво. Молодец. Вот Ильяс нарисовал, да? Красиво нарисовал. Вкусненько, мороженое. Порисовали, можно мороженое поесть, да? Да. Да? Вкусненько? Да. Ой, осторожно. Мама. У него это, нужно поклеить новый пластырь. Не дергай.